Всем привет! У меня для вас сегодня урок вязания крючком, и мы будем делать декоративные звезды, которыми можно украсить, например, свою шапку зимнюю. Можно их носить как брелок, можно повесить на елку, украсть ими праздничный стол, куда-нибудь себе на портфель или на сумку пришить. В общем, что с ними делать и стоит ли их вообще делать, это, конечно, ваше решение. Если вам интересно, я покажу вам, как у меня это получилось. Выбирайте крючок и шерсть примерно одной и той же ширины или даже крючок чуть поменьше, потому что вязать будем плотно. Начинаем мы с кольца, которое потом можно затянуть. Одна петелька у нас уже образуется автоматически. Делаем еще одну. И еще одну. И третью. Теперь мы вяжем столбики с накидом. Два штуки. Первый и второй. Воздушные петли у нас заменяют один столбик. Теперь набираем 5 воздушных петель. И теперь мы вяжем еще одну такую же упаковку. То есть 3 столбика с накидом подряд. Вот эта петелька, которая образовалась из 5 воздушных петель, это потом будет зубец от звезды. Снова 5 воздушных петель и потом снова 3 столбика. Третий раз 5 воздушных петель. И опять 3 столбика. Четвертый раз. И еще раз 5 воздушных петель. Теперь мы можем кольцо затянуть. И чтобы соединить второй ряд, мы проходим в третью воздушную петлю из тех, которые мы набирали самыми первыми. Вот сюда. Делаем сначала просто соединительную петлю.
И если сравнить вот с готовой звездой, то увидите, у нас уже почти все готово. Нам нужен только еще один ряд. Нам нужно сделать вот эти вот уголки все. На одну петлю, на одну воздушную я поднялась. Теперь я буду вязать столбики без накида. Вот сюда в первую. Теперь одну я пропускаю. Вот этот средний столбик я пропускаю. И иду в третий столбик. И вяжу в него опять столбик без накида. Так как я одну пропустила, у меня получится острый уголок. Вот этот. Теперь я вяжу 3 столбика без накида подряд. Я не протыкаю петли, а просто прохожу в кольцо. Теперь 3 воздушных петли. И снова 3 столбика без накида. Вот. И теперь мы делаем то же самое, что и в начале третьего ряда. То есть в один из столбиков мы вяжем столбик без накида, второй столбик мы пропускаем, в третий столбик мы вяжем снова столбик без накида, потом мы делаем 3 столбика без накида подряд, потом 3 воздушных петли и потом опять 3 столбика без накида подряд. Сейчас я снова провязала 3 столбика с накидом подряд. И мне остается только соединить их с последней упаковкой от 3 столбиков и затянуть узелок. Я надеюсь, что этот урок вам пригодится. Не забывайте оставлять мне большой палец вверх. Оставляйте ваши комментарии и подписывайтесь на мой канал, смотрите меня почаще. Я с вами прощаюсь, до новых встреч, пока!